человек. Знал он и радость, и горе, в Богом отмеренный век. Доброе знал он и злое, верность, обман и любовь, горечь, разлука и страдания, и нестерпимую боль в сердце от непонимания. Все испытал он, но вот жизненный путь завершился. Нет больше дел и забот. Где он, куда торопился, и бестелесным себя чувствовал так непривычно, в прошлое глядя, скорбя, как бы живя в нем вторично. Словно следы на песке, видел он жизнь и дорогу, и различал вдалеке свой след, а рядышком Бога только недоумевал, видя следов этих ленты, что Божий след исчезал. В трудные жизни моменты потрясенный спросил он свои беды, считая: Господи, был я без сил, как мог меня ты оставить? Как? И на этот вопрос Бог отозвался смиренно: я на руках тебя нес. Моменты.